А что если сломать игру? Хорошо. Все, пошло дело, пошло дело. Хорошо. Хиляй, хиляй, хорош. Отлично, пошел контент. Блочим, 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 блочим. Хорошо. Но что за точка невозврата? Венге не хватает. Свапай, дядь. Хорошо. Вот, застанил. Найс. Есть. Есть еще один. Еще один есть. Хорошо. Радик бы сюда. Кликать, реально. Хаос! Кикнут за АПК! Поняли, пацаны, контентум? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если сломать игру? Да, именно так сегодня и будет называться это видео, и сегодня мы с ребятами постараемся сломать игру тем, что просто перетянем врагов вот сюда. Да, как мы это будем делать? Посмотрим в видосе. Ребятки, перед началом видоса обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube канал, если не подписались. И, конечно же, смотрите другие видосы, которые есть на вкладочке в YouTube видео. Обязательно переходите. И если вы какое-то видео там не смотрели, рекомендую посмотреть. Реально рекомендую, ребятки. Поэтому не ленитесь, заходите. И буду очень рад, если, конечно же, будете поддерживать. Очень лютая идея у нас сегодня в заготовочке. И, если честно, я даже не знаю, как мы... будем это реализовывать. Ну, мы немножечко потестили. Вроде получается. Но в целом, конечно, результат остается все... Результат, который мы будем получать, он зависит полностью от нас. Вот это вот сейчас самый главный момент. У нас сегодня в пике будет Морфлинг, Котл, Венджифул и Бейн плюс Оракл. Очень лютая комбинация. Вы помните, уже видео было, а что если Тини Airlines? Вот. Вот этот видос вам вроде зашел, и, конечно же, это вторая часть, но более доработанная и более фановая должна быть, поэтому давайте посмотрим, что у нас и как будет. О, я вообще, даже если честно, не представляю, что тут и как тут будет, это прям люто, люто. Свены, хаосы, жесть, вот они там пикают на победку. Так, парни, кто куда? Вот умит. Вот так спросим. Я топ пойду. Хорошо, идем на топ фармить. Я сегодня играю на морфинге для того, чтобы подконтроливать станом всю суету. Основная роль это у нас Венджифул плюс Котл здесь. Котл бафает чакрой Венджифул. Венджифул свапает с аганимом. При этом КД у нас будет составлять примерно 3 секунды свапа. Делается дальше блинк. Потом свапает Венга еще раз. Закидывается адаптив страйк. Далее у нас происходит опять вот эта круговая. И все вот так вот по кругу. И аккуратненько будем вот так вот перетаскивать. Сюда, сюда, сюда. И вытащим вот сюда в текстуру. Плюс все это будет у нас дополнительно под блайндом Котла. И это должно быть интересно. Там смотри, смотри, там Потма. 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 Хорошо, смотрите, оппоненты прям очень хорошо напикали, но тут, по идее, блинк будет. Вот тут не должно быть блинка, Акс 100% будет с блинком. Ну и посмотрим, как это будет выходить у нас. Блин, если честно, я в небольшом таком предвкушении, выразимся так, данного контента, потому что это очень, очень интересная задумка, и получится ли она? Я думаю, получится. Если вы смотрите этот видос, в любом случае все получилось, поэтому давайте попробуем. Попробуем, ребята, вот эту штуку. У нас лайнинги очень простые. Венга у нас идет на низ, на мид идет Котл, на топе у нас будет Оракл, и внизу также еще будет Бейн. Тебе не надо радик покупать. Я сам возьму, если что, говорит. Так, ну хорошо. Самый прикол, что зачем тут у нас Оракл? Оракл в случае, если оппонент захочет засуицидиться, Оракл может накинуть на фонтан двойку. Фонтан наш задизейблится, он не сможет атаковать.
И мы, скорее всего, попробуем на фаст-телепортах как-то, возможно, если не прогуляем, обратно запихнуть. Вот сюда можно в текстуру запихнуть, короче, просто блайндом котла и двоечкой, в принципе, адаптивом также можно. Смотри, что-то кажется, кто-то начал догадываться о том, что кто тут фейк же. Видно же фейк. Фейк же. Это же видно, что фейк. Так, Аксевич здесь у нас. Давай драться. Что ты, слабил? Такой тоже видит. Такой, такая одинокая стрела пролетела. В деда чуть не попала. Ой, там задушили. Это жестко. Якса-кса, афика. Ой-ой-ой. Аде, я в чат написал оракулю. Все кидать. Все, поехали, ребят. Каточка в наших руках. Будем играть, скорее всего, через Мидасиус. Посмотрим, постараемся как можно быстрее выфармить его. Оракул у нас будет на саппортинге. Аксевича будем, по идее, душить рейнджевой кнопкой. Сразу в Харас. Фулл Харас его. Фулл Харас. Хорошо, по идее, сейчас будет ФБшка. Отлично. 44 секунда. Делается прожочек. Просто что происходит? Акс, короче, не выдержал уже. Уже не выдержал. Акс продержался 44 секунды на лайне. Это смешно. Ой, бро, жесть. Ну хорошо, ФБшечка в копилочку. И можно, в принципе, дальше фармьюить, ковырять крипев. По чуть, по чуть. Главное, чтобы никто не ливал, там ливеров нету, по идее. И все подобрано, лобби интересно подобрано. Примерно тут 4-5к ПТСов. Конец сезона. Так, и хорошо. Дай, Влад. Давай, Влад, дам тебе, давай. Ух ты, хилит оракул, хилит. Блять, зачем хилишь? Хилит он его, хилит. Ну, харасит, харасит его по чуть. Интересно, если Оракл не знает, как работают его способности. Наверное, надо гайд линкануть. Гайдик надо на хинозесовский. Хинозесовский гайдик надо Ораклу показать. Тогда норм будет. Так, у меня есть немножко золота. Хорошо. В агре Акса, кстати, нельзя перекачиваться. Ребят, не забывайте, что есть у нас... гайдики на всех героев на канале, поэтому вот такая вот информация, которую сейчас выдал, эта информация строго, ух ты, смотри, строго из гайдов, конечно же. И в целом вот сейчас вам напоминаю, что не работают перекачки, не работает абсолютно никак во время агро, и это такой момент, когда морфа могут зацепить и передушить, выразимся так, зацепить и передушить. Поэтому будьте бдительны. Будьте бдительны, ребят. Смотрите гайды. Хорошо, есть. Отлично. Опа, прямая ару. Ну, не попадешь, дядь. Пей хенозеса. Так, это смотри, что делает. Ух ты, ну мне бы... подхилга какой-то. Все-таки мне нужен, походу, хилочек. Себе возьмем вот так, вот так, вот так сделаем. Хорошо. СТ-шка падает по чуть, но ничего страшного. Там главное, мы фармим. Ух ты, армор дала, я бы добил бы. Базилка включена у курочки. Найс, не добил. Так, ну домидаться очень долго. Мне главное здесь не погибнуть на лайне. На лайне не погибнуть, не попадает агром Акс. Немножечко. Оракл может, в принципе, нагнетать по чуть его. Главное, чтобы хаос не прибежал опять. А мне добивать бы. Опа, хорош. Ой, как армор хорошо сейчас затащил. Крепочка четко, дэмэдж лег. Ой, найс. Прям прекрасно. Пока стоим, пассивненько фармим. Главное не ловить ару, и все будет огонь. Хорошо. Надо еще оппонентам давать иногда надежду на то, что они могут выиграть. Так, перекачка. Блинки. Оп, сагрил все равно, смотри какой. Сагрил.
Оракл не знает, как работают у него способности, походу, потому что он кинул двойку. Засейвил. Печально, конечно, но ничего страшного. Других ораклов пока что не завезли. Размены у нас такие тут жесткие. Жесткие размены. Давайте немножко качнемся. 700. Ну, ждем курьера. Фармить не могу. Хоть прожочек есть, но это немного дает. Он не знает, как работают скиллы 100%. Я забыл, говорит. Я не знал, надо говорить, дядь. Жесть. Это плохо, потому что Оракл тоже тут, в принципе, важная роль. Хаос тут. Отлично. Слаб какой-то произошел. У нас Патма ушла. Котма отошла, Котл там гонять пошел, да? Угу. Котла там уже поинт-бустер, но на стаках чисто сделает все. На стаках. Эх, не добил ракушка. Оракл мог бы пока подстакивать, но... Ты можешь вот так делать, дядь, если что. Че смысл стоять экспу, да, здесь? Забирать. Немножко, ну немножко не уверенно, но старается, старается. Оракл тоже что-то делал. Вот, тройку дал, единицу, молодец. Сначала, если кто не знает, как работают скиллы Оракла. Первый спел Оракла — это такая способность, которая диспелит сначала. Ой, 4 секунды, ничего себе ты даешь, дядь. Диспелит, в случае, если вы там тройку накидываете, да, ну вот типа он двойку дает, это защита от магии. Уйдет он спокойно. Вы накидываете тройку, наносите урон. Далее, после урона идет захил всех этих хп, которых вы снесли. И плюс еще 90 здоровья сверху. Вот, чтобы оппонент хапанул как можно больше, нужно сначала дать тройку, потом дать единицу, чтобы снять этот отхил. Потому что первая способность на Оракле, она диспелит. Поэтому не забывайте, что если вы играете на Оракле и хотите надамажить оппонента, а не захилить, нажимаете тройку и сразу же единицей диспелите всю эту тему. Вот, поэтому пользуйтесь. А если хотите просто захилить, то, конечно же, желательно кинуть двойку. Потому что двойка защищает от магии, соответственно, защитит от урона с третьей способности. И можно спокойно захилить. Такой небольшой вам гайдик, да? На Уракокола. Уракокил. И пользуйтесь, ребят. Для вас на видосах ничего не жалко, вообще. Ни секунды потраченного времени. Вообще ни секунды. Пользуйтесь. Так, Мидас есть, 7-я минута. Поздновато, конечно, поздновато, но... Мне главное тут выфармить. Тут у нас будет Даггер, Октарин. Даггер, Октарин. И, наверное, что-то типа... Траволочка какого-то, возможно, чтобы быть более активным, более быстрым. Ребята вроде... Ну, стоим, если честно, ровно. 4-5, это очень хорошо, потому что... Нет оверлютой доминации сейчас, да, ни с какой стороны. И это говорит о том, что тут, в принципе, хорошие условия для того, чтобы сделать какой-то контент. Плохо я не добил, да, там крипчика. Сейчас надо сапожочек, хилочек. Хорошо. Отлично. Фармью им спокойненько. Не добиваем, но ничего страшного. Пойдет. 41 крип, в принципе, в таком среднем статистическом лайне. Надо подстакать, да, наверное? Но просто тут Акс может зайти за один заход. 7-й левел, он за один заход их зафармит. Но можно будет это постоять немножко, как говорится, увидеть эту ситуацию и не дать ему это сделать. Больно Аксу, кстати. О, я умер. Нифига себе. Хм, странно. У него ульт, наверное, в КД. Иначе я бы сдох. Ульт в КД, скорее всего. О, кнопку нажал. Хорош. Да двойку не давай ему, зачем? Я же
Не, надамажу. Зачем двойку даешь? От Мауль дала. Так, Мидас хочется кинуть на Эксп, потому что адаптивы я не буду качать. До определенного левела. Надо Оракулу написать, что двойка, наоборот, защищает от магии. Хорошо. Хорошо. Можно, в принципе, аркану сделать, чтобы мана была. Давайте сделаем. Потом все равно Вакторин разберем. Правильно? Почему нет? Подойди, маны дам. Подойди, маны дам, говорю. Стоит. Ну ладно, пойду сам залью ему маны. Мангусик возьмем? Давайте, хорошо. Низ что-то давят, ребята. Хорошо. Сильно перекачался, немножко надо повыше. Перекачка, блин, быстро так уже перекачивается персонаж. На базу бы слетать, вообще ресурс пополнить. Сейчас кто-нибудь придет на лайн. Кто-нибудь придет на лайн. Пока что колотим. 53 крипчика, ну маловато, маловато, ребят. Крипчиков очень мало нафармил. Мало, мало, мало. Ничего, будем стремиться к лучшим результатам. Я еще чуть не сдох, если бы у Акса там, я не знаю, может он где-то ульт просадил. Может он просто не смог нажать. Но я там по факту умер. Поэтому пока колотим. Ребятки, не забывайте поставить лайк. Премьеры нового фанового видоса рубрики «А что если?». Реально очень большой респект всем, кто ставит лайки, кто подписывается. Потому что мы стараемся делать годный контент. Такой контент нигде не найдете. Он тот настоящий, вон он, тащи его, лупи его. Хорошо. Да там Свен пришел. Хорошо, Свен. Акс лучше, конечно. Акс крутится, с Аксом можно здесь иллюзии забрать все это. Подстакнуть и можно работать. Свена офигенно будет под колодец запихнуть. Он не будет блинк сразу брать. Хорошо. О, блинк его есть. Все, я умер 100%. Акс, блинк. У Акса блинк. Рано, рано блинк. Прям 12-я минута, несмотря на то, что он фидит по КД. 1-4 у него, прикиньте. Но у него блинк так рано. Я не рассчитывал, что у него такой ранний блинк будет. Но ничего страшного. Не ожидала, конечно. Не могу перекачаться в агре, как я и говорил уже ранее. Поэтому это проблемка, конечно. Проблемка. Виш-доктор ТП дает. Но никак не собьют ему. Никак. Потому что Атропос далеко. Себе вардик, наверное, поставлю. Давайте два себе поставим вардом. Два варда поставим. На топе суета. Опа! Я заснял! Я заснял! Хорошо. Свена берем реплику. Ой, Свена. Акса. Хорошо. Идем туда. Хорошо, здесь сейчас зафармим. Ух ты, смотри. Ой-ой-ой, их тут, смотри сколько. Да ты посмотри, какие они. Не могу отменить перекачку. Да что вы все в меня нажимаете? Хорошо. Все в меня жмут прям. Прям я какой-то им супер враг. Давай, ставь. Хорошо, еще ТП дают, нифига себе. Я еще здесь подставлю вардик, чтобы видно было. Вот, смотрите, Акс где там зафармил, да? Поняли? Поняли, да? Зафармил он. Хорошо. Зачем они морфа бьют? Кинозис же, зачем они морфа бьют? Что за вопрос? Сейчас аркана.
Хинозед же, зачем бить? Что за вопрос? О, жесть. Да. Погнали драться, что делать. Опять он у меня перекачивается без эффекта, прикинь. 2.25. 6. Ну, 5. Пятеро тут. Зачем сон дал туда? Взял мои реплики, сон дал. Ладно, я пойду лес, что-то слишком... Он реплики зачем-то сон дал. Да? Что там вообще, что-то не понял, что произошло. Просто пацаны разносят. Ну, у меня фармы не будет, походу. Здесь, да, что-то душат. Впятером стоят. Впятером стоят, пацаны. 5 на топе. Жестко. Прессингуют, поняли, что там хенозес, короче, решили просто меня душить. Окей. Окей, у меня еще бесит, короче, не горит, да, эффекты, что ты перекачиваешься, а морф перекачивается. Ой, кринже просто, кринже, отвечаю. И в итоге ты прилетаешь, у тебя 2000 хп, урона нет, стан не раскачан, адаптив не раскачан. Ну ладно, пойду низ фармить тогда, что-то у нас... Как-то на топе. Ну, блин, я вообще для себя завардил там, чтобы стоять спокойно. А получается, не стою спокойно. Надо закупаться каким-то калом, чтобы спокойнее стоялось. Так, нифига, дай мне вот этого на экспу. Надо калом закупаться, чтобы не умирать хотя бы. И просто стоять фармить. Ребята приходят. Надо, короче, не драться. Драться только тогда, когда могу застилить, либо могу перекачаться. Потому что мне воздух перекрывает. Акс прыгает. Уже два раза прыгнул. О, он опять идет, смотри. Надо у него иллюзию забрать, да? Так, сделаю. Хорошо. Ой, тут еще и потма. Я понял. Понял вас, товарищи. Да ты посмотри, просто все тут. Не дают, не дают. Просто не дают. Не знаю даже, где стоять. Фарма не дают просто. Но все равно камбэкнем. У Котла, смотрите, не трогает никто. Посмотрите его арты. Жесть. Что его вообще никто не хочет трогать сегодня? Погнали на базу. Ой. Пешком добежим. Пару ТПшек возьмем. ВД работает с кустов. Ай, бро, жесть. ВД работает с кустов. Давай, давай. Хорошо. Ладно, Бейну, наверное, тоже фарм нужен. Ну, вообще, мне нужнее вроде как. Хорошо. Хорошо, имеется. Один ассистик есть, парни. Отлично. Скоро начнем делать вещи. Только не сразу. Фарма совсем нет. Но у меня зато есть уже раскачанный адаптив. Можно сейчас просто купить даггер. И с даггером уже пытаться делать комбу. Вена там ничего нету. Котл уже почти фуловый. Это хорошо. Там Акс уже реснулся, по идее, да? Акс уже реснулся. Вот, вот он, Акс. Я его выискиваю. Хорошо. А я его выискиваю. Иди, иди, иди. Да ты посмотри, какой увертый. А, еще и мунлайт ему дают, я понял.
Понял, еще и Moonlight дают. Хорошо, сейчас прилечу. Туда-назад и go. Сентрик стоит, кстати. Смотри, Агрид там, ничего себе. Агрид он там. Хорошо. 4 тут минимум. 4 минимум, один на хосте еще бежит. Так, у меня есть 1200. 1200, go point booster купим. Надо уплотниться. Хорошо. Я не знаю, когда я возьму дайгер. Мне очень много золота надо. У меня вообще ничего нет. Даже у Венги больше, по-моему, чем у меня. У Венги больше даже, чем у меня. Вон, смотри, я вышел на мид, уже бегут, чекай. Смотри, я вышел на мид, они уже бегут за мной. Жесть. Ух ты, Оракла. Ой, Оракла, Атропоса подставил я. Хорошо. Давай вот этого теперь. Хорошо. Оп. Найс. Работаем. Работаем, меня можно свапнуть. Меня. Ладно, пойдет. Хорош. Пойдет. Ренжа говорит, не хватало. Так, пойдем на низ. Жесть, вот это сейчас драка была на вставочку, между прочим. Обратите внимание, как играют оппоненты, что они делают. Прям реально, я на низ, они на низ. Я туда, они туда. Что-то не то сегодня у нас. Что-то не так, как говорит старый помидор. Хорошо, но у меня есть уже, кстати, раскачанная кнопка. Раскачанная кнопка, медасить можно. О, здорово. Так. Венга подойдет, да? Хорошо. Отлично, братка. Найс. Почти Октарин есть. Почти Октарин есть. И дагер потом остается. Ну вот и камбэкнули, а вы не верили. Вот и камбэкнули, а вы не верили, ребят. Я же говорю, все это временно. Че, улетим на базу, немножко подрегенимся. Че стоять? Все это временно, я же говорю, ребят. Все это временно. Бегают они там, не бегают. Контент должен быть красивым. О, сумонит. Хорошо. Спасибо, дядь. То, что нужно. Фарм Юи. С горем пополам, 90 минут, вы фармили Октарин. Хорошо. 1100, в принципе, остается, да, есть Октарин. Просто прикиньте, за 23 минуты я всего выфармил 6000 золота. При том, что у меня Мидас, и все. Мидас, и все. Это очень мало. Это очень мало. Но у меня 3 смерти, плюс постоянные перетяжки по лайнам. Ребята, оппоненты очень давят, не хотят, чтобы я фармил, прям они категорически против того, чтобы я имел какие-то слотики. Ну, можно дропнуть Октаринчик, в принципе, карман. И дагер. И все, и готово будет все. И все будет готово. Хорошо, Октарин имеется. Ребята там котла поймали. Или котл их поймал, пока непонятно. Хорошо.
Ой, ару, какая задница прям. Хорош. Давайте вот так сделаем. Пойдем помогать. Так вот он их там сам сейчас вытащит. Просто пользуется. Пользуется этим виженом и все. Пойдет. Пойдет. Извините, что чихаю, ребят. Что-то чихнул. Хорошо. Почти дагер есть. Почти дагер. По меда скину пару раз и все, в принципе. Можно будет хаоса или свена потянуть. Хорошо. Свен дагер тоже. Эх, печально. Прикинь, у всех дагера там уже. Блин, долго-долго. Фармим очень долго, конечно. Но тут от меня зависит, конечно. Я очень долго фармлю. Просто нету. Нету возможности быстрее фармить. Кто тогда? ВД? ВД тогда. Хаос. Хорошо. Чуть побыстрее фармить будем, если перекачаемся. Совсем забыл про это. Когда сидишь на комментариях, очень иногда много всего забываешь. Очень забываешь много всего. Хорошо. Найс. Пойдет. Хорошо, фулл фарм уходим. Фулл фарм просто на все деньги. На все деньги. 350 урона магического с адаптива. Уже нормально. Стреляет хорошо. Дагер есть. Можно работать. 26 минута, в принципе, фулл затары имеем. Сейчас по топу потянем. Хорошо. Дагер есть. Дагер для того, чтобы подгадывать позиционку. Все, в принципе. 26 минут долго, конечно, фармил, но ничего. Я готов. Че, вот отсюда? Вот так вот и погнали. И погнали. Жалко тревела нету. Тревела, Тревелович. Свен с дагером, это плохо. Это плохо. Так, Акс с дагером, Свен с дагером. Все с дагерами. Всех по дагерочку. Перекачиваемся на силу. Перекачиваемся, перекачиваемся. Вот так вот достаточно. Хаоса. Аксевич. Хорошо. Ты, Свен. Заблочу. Надо хаоса, вот он. Хаос. Давайте всех убьем, кто нам не нужен. Да-да, я... Вот так сделаю. Лагает, ничего не видно. Ой, бро. То есть они впятером пришли подраться, ничего так и не получилось. Гем нужен днем работать. Хаоса надо. У хаоса вообще нету ничего. Хаоса просто можно по кайфу. У остальных есть по блинку. По кнопочкам. Ну-ка, дядь. Так вот сделаю. Станы есть, все есть, надо работать. Оппоненты только вот по блинку взяли. Вот это плохо. Ломает контент, ломает. Ломает контент.
Радик попробовать сделать, может. Для чуваков. Для чуваков на блинках. Как думаете? Я думаю, офигенно подойдет. Блинки, чтобы блочить. Блинки блочить. Хорошо, погнали. Го пробовать, чё нет. Хорошо. Да ты чё? Еще арчит сверху. Блин, они все тут. Блять, какая же грязь, какая мясорубка чисто. Ой, бро. Че, будем? Давайте пробуем. А, стан залетел. Стан залетел. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу его. Свапай, свапай, поехала. Хорошо. Есть. Хорошо. Хорошо. Все, пошло дело, пошло дело. Хорошо. Хиляй, хиляй, хорош. Отлично, пошел контент. Хорошо. Отлично, не застанился. Эх. Хорош. Хиляй, хиляй его, дядь, хиляй. Найс. Хорошо. Хорошо. Давай, дядь, работаем. Найс. Бедный хаос. Ой, бро. Бедолашка. Колодец закрывай, дядь. Хорошо. Смотри, где стоит. Ой, бро. Хорош. Наверху стоит. Хорош. Свапнули, найс. Есть. Все. Готово. Задизейбили. Задизейбили, пацана. Хорошо. Обсервов нет, но вы держитесь. Так, отлично, один туда есть. Хорошо. Правда, там у остальных блинки есть. Поработали над хаосом. Чакуру поведет себе. Давайте на базу отправим. Хорошо. Но жалко, там блинки у остальных есть. Надо сделать радик, я думаю. Ребята там пошли работать, да? Го, Акса. Хорошо. Ну, бро. ВТФ. Надо же его еще и подбивать. Хорошо. 4.25 есть. Отлично, дальше. Иногда надо его простанить, потому что у него заразы... Этот... Он не застанил, а почему? Не станет. Не станет его... По ударчику надо давать. Хорошо. Че там, дядь, свап будет? Хорошо. Есть.
Отлично. Отлично. Я на фул силу вообще перекачался. Хорошо. Хиляй его, хиляй, дядь. Хиляй. Через двойку, дядь. Хорошо, с-под тавера вытащили. Отлично. Венга что там подсвапывает? Хорошо. Есть. У меня мана села. Надо чуть подзарегенить. Оп, хорошо. Найс. Акста, бедолагу сюда доторочили таки. О, зафиксировал. Хорошо. Бедный Акс. Рили. Просто туда его. Хорошо. Туда его. Застанил. Найс. Есть. Есть еще один. Еще один есть. Хорошо. Радик бы сюда. Акса затолкали таки туда же. Хорош. Да, тропа бы туда. Оп. Куда, куда я Акса дел? Акс, ты где? Куда он делся? Где он? Где Акс? Где? Куда он делся? А, вон он повыше стоит. А, хаоса зачем? О, жесть. Он стоит на Аксе там, кайфует. Все, погнали немного фарманем. Пойдет. Жесть, конечно, затолкали. Надо медаситься. Радик надо сделать. Акс тоже уйдет оттуда. Хорошо. Ча, радик надо. Жестко, но получается, ребят. Получается, работает. Фишка рабочая. Сломали игру. Сломали. Свена бы туда перетянуть. Хорошо. Акс уже ушел по-любому оттуда. Да, вон он, Акс уже. Телепортами. Стоит. Чтоб не сбили. Там просто потом встанем, постоим, будем стоять. Хорошо, ребята там решили опять Акса, что ли, тянуть. Хорошо. Сейчас сокрет купим. Ребята дерутся, гоу подеремся тоже. Ой-ой-ой. У меня МПшек нету. Перекачаемся. Хорошо. Но венги пока нету у нас, к сожалению. Но в стане долго будем держать тут. В стане долго держать будем. Хорошо, пошло дело. По чуть. Толкай его. Хорошо. Блин, нам немного с котлом...
Хорошо, он уже фуловый. Го-го-го. Го-го, мы сможем. Хорошо. Сам, он сам пошел. Сам понимает, куда идти. Ой, бро, жесть. Конечно. Дядь, туда я... Не сработал, блин. Прикинь, а. Хил. Хил. Хиляй его, дядь. Свап. Хорош. Найс. Отлично. Бедолага не знает, куда деваться. Еще простанил, дядь. Отлично. Ребята пришли помогать ему, надо быстрее утянуть его отсюда. Давай эти склянки, смотри, да? Куда пошел? Ой, бро. Куда пошел? Свапай, свапай его, дядь. Хорошо. Смотри, какая атака пошла. Ну, не дают хаоса, не дают забрать, понимают. Давай вот эту. Хотя... Так, где хаос? Вон он стоит. Давай, давай, давай. Хорош. Есть. Потма просто не выдержала. Понимает, что это дело такое. Да смотри, не станется, блин, а. Хорошо. Есть, во, сон, найс, то, что нужно. Зафиксировать. Свап. Ай, не достает, прикинь. Ой, хорош. Хорошо, в принципе, отсюда он уже никуда не денется. Так вот, по чуть сейчас подвинем его. Пойдет, во, еще под свап. Хорошо, блокуем проход. Куда пошел? Во, отсюда уже точно никуда не денется, найс. Хорошо. Жесть, как издеваемся над бедолагой. Туда его. Хорошо, флоу уже. Блочим, 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 дядь. Хорошо. Но что за точка невозврата? Венге не хватает. Свапай, дядь. Хорошо. Во, найс, толкнул. Отлично. Все, тут уже блинк туда, дядь, и поехало. Есть. Дядь, зачем? Есть, поближе, дядь, достаешь уже. Хорош, все. Все, справились таки. Хорошо. Ой-ой-ой, стри, опять не застанил его. Да что ж такое-то? Мне не работает стан, просто. Просто стан не работает. Как же потно, вообще жесть. Сон где? Сон нужен. Точка невозврата у нас какая-то здесь. Хорошо, блинк. Свап. Свап, дядь. КД, давай, хорош. Есть. Все, дальше сами. Дальше сами, ребят. Куда собрался, соколик? Радик можно включить. О, гоу, кстати. Ну, Акса, блин, надо радик включать. Ах ты.
Надо ударить разок. Стан даю. Давай, давай, дядь. Тяни, 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 тяни. А, его убить надо? Да ну. Зачем его убивать? Ладно. Я думал, вон будем тянуть. А маны нету, дядька. Жесть, чё за суета ежи? У меня мана уже кончилась. Я на базу пойду схожу. Хаос никуда там не денется. Жесть, вот это, конечно, контент. Это, конечно, контент. Люто прям. О, этот парнишка там надолго засел. Чуть поддамажим. Хорошо. Есть. Отлично. Пойдет. Все, вич-доктора можно еще. С БКБшкой. БКБ тяжелее свапать, конечно. Ой, бро, жесть. Прям что-то так потно этого хаоса туда затащили. На таки затащили его туда. Очень потно. Надо ВД, говорит, туда. Убить или... Убиваем или тянем? Чай пока завари. Стоит. Ой, жестко. Свена убиваем, окей. Давайте Яшу возьмем. Смотри, кура летит. Чекай, лопнет сейчас. Опа. Думал, получится. Не тут-то было. На самом деле, вся эта тема контрится крайне просто. Контрится она максимально легко. Она контрится командой Unstuck, по-моему, если я не ошибаюсь. Как-то так. Хорошо. Хорошо. О, а что я тут делаю? Кому? ВТФ. ВТФ. Ты, нифига себе. Тут надо ультануть. Хорошо. Свапа. Этого подстаню. Отсюда уже никуда не денется. Хорошо. Все, поехали. Давай, дядь, поехали. Хорошо. Все, вы вич-доктора потянули. Сейчас стан уйдет. Есть. Еще свап сейчас будет. Давай, давай, дядь. Свап, свап, свап. Хорош. Хил нужен. Хил нужен, ребята. Хорош, еще встанет. Е-е-е. Не работает. Хорошо, встанет. Есть 4.25. Давай, Оракл, хиляй его! Умер, умер, умер. Вопрос, конечно, на засыпочку. Сбили, да не сбили, просто так... Там лютая дистанция, он просто, ну, не смог накликать, реально. Хаос! Кикнут за АПК! Поняли, пацаны, контентум? Ой, бро! Кикнут за АПК! Гоу его! Хорошо. Туда его. Туда его чисто.
Хорош, 4.25. Хаос чисто сломали, доту называется, реально сломали. Хорошо, есть. Хорошо. Хорошо, не разбудил, найс. Оп, хорошо. Ну там блинк еще. Какой репорт? Это механика игры. Камон. Акса убить бы. Радик выкл. Хорош. Есть стан. Есть 4.25. Хаоса кикнули за АФК. Так, Радик работает, ребят. Хорошо, хиляй. Одну тычку даю чисто. Радик. Хорошо. У меня даггер, да, юный? А у меня Радик. И чё? Хиляй его, дядь. Хорошо. Я ща умираю, говорит. Ты не умирай, ты афакай. Хорошо, ты его выхиливай, дядь. Я буду раз в две тычки. Хорошо. Ой, я его спустил случайно. Обратно смогу. Во! Другое дело. И чё? И БКБ нажал ты, дядь. И чё дальше? О, это жестко. Короче, мы... кикнули, они кикнули Хаоса за АФК, и сейчас мы балуемся над Свеном. Это работает. Все. Все. Контрольте. Ой, дядь, смотри. Да вы... вы чё? Как вот? Ну надо же балансить даггер, чтобы... балансите же, чтобы даггер-то, ё-моё. Хиляй его. Хорошо. Хил. Хорошо. Хорошо. Понял. Секинг дота, подпишись. Да я его 2-3, да ты его рукой убил. Тут контролить надо, дядь. Тут надо контролить. Жестко. Ребят, короче, это чисто издевки над оппонентами нереальные. И это рабочая максимально тема. Хорошо. Хорошо. Там линки еще. Давайте даггерочек сбивать его будем. Во-во-во, правильно. Беги-беги, дядь. Хорош. Сейчас и Акса туда же. И Акса туда же, дядь. Цель какая, говорит? Видишь Акса? Сейчас не увидишь. Но засадил кнопку. Хорошо. Блин, он очень плотный, это кайф прям. Хорош. Есть. Нет. Хорошо. Линка там. Догоняй его. Стань, хорош. Затаскивай. Умничка. Есть. Хорошо. Блин, блин, не-не-не-не, надо... надо туда... Во-во-во-во-во! Найс. Куда делся? О, стоит, все. Радик работает.
Сейчас откатится. У него откатится дагер, пока... Когда Оракл дает 2, там дагер откат идет. Надо тычку давать. Хорошо. Пусть автоатачит, да, все, погнали следующего. Хорошо. Блин, это забавно, у нас стороны теряются. Тир. Тир. Да он идет с даггера, они не понимают. Короче, ну, у нас не все тут супер задроты, короче, в игре, которые понимают, как это правильно сбалансить. Нужно же, когда двойка. О, все, улетел. Просто улетел. Ой, бро. Ну, вот видите, есть, короче, погрешности, которые, ну, ребята, к сожалению, немножко не понимают. Не понимают немножко. Ну, ладно, сейчас еще затянем. Ну, в принципе, уже 55 минут. Линк сработала. А так, ты бы с первого точно сбил, брат. Да. Ой, бро, жесть, конечно. Оп, смотри какой. Смотри какой крутой. О, свап, дядь, поехал. Хорошо. Хорошо. А так-то точно бы его, брат. Точно бы получилось все. Давай, давай уже там. Аксевича надо вот тут наморосить. Что там вы его? Душите, пацаны. Я иду. Хорош, подсбил. Вот так давешь. Я пока тут шугану немножко. Хорошо. Найс. Опять туда его затаскиваем, бедолагу. Оп, найс, все. Хорошо. О, вообще за карту. Вообще за карту. Хорошо. Есть. Брат, нахиляй его. Хорошо. Я пошел на мид. Надо дефиться. У нас контент контентом, ребята, но... Надо дефить. Свен опять сдох. Ай, бро. Хорош. Понимает просто. Он просто понимает, что, короче, уже точно не выживет и пытается просто засуицидиться. Ой, бро, жесть. Это жестко. Это жестко. Враги начали думать иначе. Чтобы не оказаться за колодцем. Чтобы не оказаться за колодцем, они, короче, идут. Идут просто тупо суицидиться от крипиев. Давай, Оракл, 2-3. Ой, бро, просто сломали доту. Дота стала немного другая. Блин, Оракл вообще не вывозит контроль. Не вывозит контроль. Оракл не вывозит контроль такой. Слишком тяжело ему. Тяжеловато. Как же мы издеваемся. 60 минут издеваемся над пацанами. Дядь, в колодец надо прыгать. Линка, Линка, Линка была там, ребят. Линка. Там идет туда. Давай, дядь. Хорош, подстанем.
Я радиком пилю. Хорошо. Поддержу здесь. Блайнд сейчас будет. Сейчас блайнд будет. Все, есть. Застрял. Все. Его бы тут балансить теперь было бы круто. Так, ну, надо, кстати, Юу купить. Юу. Секинг дота, сбиваем удачу. Хорошо. Хорошо, надеюсь, ребята сейчас на этот раз справятся. А как, у него нечем... У него нечем ТП сбить. Нет. Иди, я балансю его. Идите. Хорошо. Хорошо. Хорошо хилится, кстати. Ну, можно чисто тут в куру радик взять. Убьет Раденс. Раденс убьет. Все, вот так. Но он на ТП-шке будет пытаться уходить. На ТП-шке попытается уйти. Хорошо. Ребята пошли. Ну, тут типа втроем. Ему бы ТП-шку сбить. Блин, был бы у него реген ХП, да, вот повеселее. 60 минут издеваемся. А, ну все, норм. Тычками балансите, я пошел. Хорошо. Тычками балансите, let's go. Радик там работает. Про линку не забудьте, сторожевые. Так, есть. Хорошо. А БКБшка нажмет. Жесть, вот дают. Не могут вдвоем. Свап, дядь, есть? Ай, свап, КД. А он не выводит, они там, не могут. Он кидает ему двойку, короче. Жесть. Не понимает вообще парнишка. Все, понял. 62 минуты прошло для того, чтобы парень это понял. Понимаю. Пошли. Хорошо. Да ты чё так? Нифига себе ты. Его даёт. Так, ну смотрите, нам нужно бы подраться, я так думаю, да? Подраться бы нам. Там за Аксом бегает иллюзия. Хорошо. Давай, я сам. Иди. Иди, речи. Понял? Ну, типа, блин, это самое прикольное, то, что это в пабе игра, ребята. То есть, оппоненты сами уже понимают, что, типа, ну... Так, Оракл, хил, дядь. Хорошо. Он уже сам туда идет. Сам сказал. Мы сломали доту. Смело заявляю, что мы сломали доту. Так, он идет в суицид. Он в колодец. Он в колодец прыгнуть хочет. Просто в колодец сам прыгнул. Жесть. О, го пушить.
6. Госвена закидываем, потом спушим, он бесит. Г. Окей, let's go. Давайте Свена. Так, у меня Юл, я забыл совсем про Юл. Хорошо, свап. БКБ нажал, ничего себе, ты гений. Так, иллюзии отправим на подпуш. Тревел 2 надо. А, нашел его, хорош. Так, иллюзии пусть работают. Хорошо, гоу. Свена затаскиваем, ребята, и заканчиваем это издевательство, потому что это очень такое... Я сам. То есть мы его выцепили, он сам идет. Не-не-не, дядь, на этот раз тебя просто поставим туда. Яндекс такси говорит. Хорошо, дядь. Аксевич прыгнул, котла задизейблил. Так, ну-ка. Я, если что, помогу, дядь. Хорошо. Так, тут деф поим, там иллюзии подработали. Туда его закинуть надо, ребят. Иначе суициднет. Опять. Есть, все. Все, все, работаем, грамотно. Работаем. Работаем. БКБ сбить. Рядом будь. Хорош. Ну это максимум, что могу сейчас сделать. Хорош. Еще про Юл надо не забывать. Своп и своп. Ах ты, крыса. Не давай, не давай ему выйти. Хорош. Колодец 2. Ой, жесть. Просто пусть дал бы контроль на Оракле, но не вывозит. Колодцу можно кинуть двойку. Можно кинуть двойку, чтобы не было никаких приколов. Типа, чтобы не... он просто сам суицидится. Ну, поставить мы уже не можем. Но надо заканчивать, я думаю. ВДшка. Хорошо, люди оставляем. Погнали, попробуем еще. ТП. Хорошо, дядь. Есть, стан пошел. За Юлем. Хорошо. Чтобы не мучиться. Вот этого, дядь, лови. Лови, лови, лови. Оп, хорош. Смотри, 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 что хочет. Опа, дядь, здорово. О, сам пришел. Да, блин. Давай, давай. Свапы. Давай. Свапай. Давай, давай, дядь. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Дядь, давай, пробуем. Не парься. Ну, я думаю, толкнул. Жесть. Ну ладно, в принципе, там тоже норм, да? Пусть стоит. Вот это мы жестко затянули, конечно, этот контент. Это мощно, ребят. Это реально мощно. Все, там оракул работает. Кто сгорит быстрее? Ах ты. Хорош. Наконец-то. Наконец-то. ТП даст. ТП даст. Пусть бежит. Зря, зря, зря. Успеть ТП дать? БКБ ТП. Ну да.
Смотри, упустил он его. Не справляется, братулец. Не справляется. На Оракле парнишка не справляется. Не получается у него. Ой. Ой. Сори, сори, сори. Евла есть. Хорошо. Давайте сделаем вот так вот раз. Атропу оставляем. Погнали на низ ТП дадим. Хорошо. Пусть ребята балуются. Я пойду низ сломаю. Жестко. Это жестко, ребят, реально. Надо чуть подзаканчивать. 70 минут отборного издевательства над оппонентами. Это реально очень круто, и это очень жестко работает, ребят. Я рекомендую вам попробовать эту стратегию. Я думаю, контент удался. Мы смогли пробалансить оппонентов. Это очень круто. Это очень круто. Это очень круто, это рабочая тема. Хорошо, Радика ставил. Все, есть. Как можно его упускать тысячу раз? Чисто вор в загоне. Он меня два убивает. Ой, бро, прикиньте, вообще жесть. Блин, лютое издевательство над оппонентами, реально. Лютейшее. И оно полностью рабочее. Полностью рабочее, это прям как ни крути. Как ни крути. Ух, там он. Короче, муншарды купил тупо. Хорошо, БКБшек нету, там ТПшек нету. Хорошо. Сва, пойдете. Хорошо. Давай, давай, свап, свап. Хорош. Туда, туда уводить надо. Пусть крипов сливает. От крипов, дядь, от крипов. Хорош. Давай, 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 от крипов его. Уводи, уводи, уводи. Хорош. От крипов. Хил нужен. Он никуда не денется. Венга там на клиф залезла. Свапнет? Хорош, все, на клифе. Отлично, пусть стоит. Пусть стоит, он без блинка, без ничего. Хорошо, кик АФК, секинга можно кикнуть. Иго. Смотри, сдох. Он его убил. Убил его просто. Как же плохо все нажимает Оракл, рили. Это просто ужас. Это просто ужас. Го, ГГ. Блин, кик АФК там 7, да, у него? Жесть. Жестко, ребят. В целом, контент получился. Я считаю, что более чем интересная катка получилась тем, что просто нереальное издевательство над оппонентами. И в целом, интересно. Хаоса вообще кикнули за то, что он типа стоял АФК. Другие пацаны просто ливнули из-за морали, из-за того, что это настолько грубо, настолько жестко такое вот, знаете, издевательство прям невозможное выглядит. И в целом это очень круто, это очень круто. Ребята, не забывайте поддержать этот видос лайком, подпиской обязательно. Это реально издевательство. 73 минуты издевательства над оппонентами, что оппоненты аж морально, как Свен бежит под колодец, да, уже, он уже просто не выдерживает. Что, ну, просто нереальное издевательство, и, соответственно, это круто. Реально, это круто. Я не думал, что будет такой эффект, что так сильно затянем, да, эти игры, эту игру в целом. И, ну, это прикольно. Это прикольно. Это прикольно, это работает. Самое главное, что это рабочая тема. Смотри, просто кикнуть их, пацанов. Просто кикнуть.
Опа, смотри. Хорошо, души его. Есть. А, не кикается, рили? Реально не кикается. Очень странная тема. Так, ну ребята на последних издыханиях дефят, но мы намного сильнее, конечно же. Это жестко. ГГ. Ребят, вот такой вот у нас получился видос. Судить вам, это реально какое-то издевательство. 74 минуты издевательства. Акс с того момента, как мы его поставили, отсюда вообще никуда не делся. И в принципе никуда не денется, если правильно подконтролить. Немножко не хватило сноровки Оракла, чтобы он грамотно все делал. Ну, вот погрешности, да, когда пишешь с ребятами, которые, ну, не сильно понимают, что от них требуется. И как бы вот все. Ребятки, обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на YouTube канал, не забывайте поддерживать. Ну и на этом все. Спасибо ребятам, которые были в моей команде. С вами был Ксеназис и до скорого. Это жестко.